29 апреля на базе Тверского Суворовского военного училища состоялись уникальные соревнования – турнир по рукопашному бою, посвященный памяти бойцов, погибших в зоне проведения специальной военной операции. Данный турнир в регионе проходит впервые, и актуальным он стал совершенно недавно, к сожалению, события. Печальное, но мы не могли обойти стороной и не отметить бойцов, которые погибли, исполняя служебный долг. В турнире приняли участие более 10 команд. Тверь, Суворов, Балагое, легенда, Осташков, поколение, Конаково, русский стиль, Рязань, кораблик. А еще команды спортшколы Олимпийского резерва по видам единоборств из города Ржева, команды Кувшинова, Торжка, Кашина, Сележарова. Среди участников 4 воспитанника клуба рукопашного боя из Донецкой Народной Республики. Заниматься в республике сейчас сложно. Такие турниры дают возможность проверить свою подготовку и пообщаться с братьями-спортсменами. Каждый день погибают люди, очень много мирных жителей. Ну, про военных даже и не говорю, так все знают. Вот. Но сложно заниматься, потому что в любой момент может все что угодно произойти. Нужно между собой контактировать, общаться, знакомиться и соревноваться. Лучше соревноваться на ковре борцовском, бойцовском. Лучше так. Надеюсь, что скоро только такие будут соревнования. Турнир собрал более 90 спортсменов и более 200 гостей. Зрителей ждали не только красивые схватки, но и показательные выступления студии акробатики «Трон» и патриотического клуба «Вымпел Селигер». А еще каждый мог попробовать себя в сборке-разборке автомата и написать письмо солдату на передовую. Такое письмо солдату полгода назад написал ученик 4 класса из Осташкова Сергей Никулин. Письмо попало нашим бойцам из СОБР, и здесь, на турнире, Сергей получил благодарность, медаль и календарь из рук командира СОБР Владимира Широбурова. У нас вообще федерация создавалась на базе СОБРа, поэтому отряд имеет самое непосредственное отношение, самое прямое отношение. Сегодня бойцы СОБРа представлены в руководстве федерации, и этот турнир был введен именно с инициативы руководства Росгвардии. Среди почетных гостей турнира генеральный директор НИИ «Центр программ систем» Кирилл Куприянов, участник СВО в составе добровольческого батальона Александр Казаков, руководитель ДСА в Тверской области Рафик Капков, председатель Федерации самбо Тверской области Дмитрий Куликов и предприниматели, помогающие фронту, Александр Гражданкин и Владимир Некрасов. Спорт он всегда объединял. Спорт всегда был миром. То есть, есть же не зря олимпийский девиз был в 80-м году «О, спорт, ты мир». Первое место в турнире досталось команде клуба «Суворов» Тверь. Второе у команды из города Ржев. Третье место поделили команды из Кувшинова и Рязани. По словам организаторов, турнир обещает стать ежегодным и всероссийским.